Для вручения призов номинации «Родимиш» я бы все-таки хотела пригласить Алекса Ваноса. Но, по-моему, он чем-то занят, записывает что-то. Алекс, пойдемте. Алекс будет говорить в свой микрофон сейчас. Мы сейчас будем награждать победителей радио «Имиджа». Хорошо. Хорошо? Договорились. Вот что значит настоящий продюсер, ребят. Держу. Вот так вот. Все зафиксировали? Ага. Номинация «Ради и меч». Третье место. О! Марио ФМ, город Киров. А из ведущие Луденца, дату установки. Спасибо огромное. Все, кто погладит младенцу пяточку, обязательно рожают. У нас все девушки, которые занимались реализацией этого проекта, ушли в декрет. Ну и вот про жену про свою я тоже говорил. В общем, приезжайте в Киров, гладьте пяточку, и все будет хорошо. Второе место. Радио... О, Юнитон, город Новосибирск, проект «Радио – это сказка». Я давно так не поднималась так часто на сцену, на самом деле. Я вам хочу сказать одно. Давайте будем верить в то, что радио – это сказка. И, естественно, мы все знаем, что радио – это наша жизнь. Так назывался этот проект. А, радиостанция «Шансон, город Тюмень». Рады, боялся. На самом деле, не столько радиопроект, сколько социальный проект. Вот мы сейчас уже объявили свою акцию «Парад колясок» четвертый раз, а на втором параде у нас естественная прибавка населения в городе Тюмени превысила естественный убыль. То есть на самом деле мы призываем к тому, что у русских людей, по выражению японцев, получается лучше всего. И вот товарищи из Кирова, я так понял, тоже в правильном направлении работают. Лучше чемпионы. Да, они молодцы. Ну и маленько вот так пошутим, что называется. Вот мне очень нравится сегодняшняя церемония, такая раскованная. И вот я смотрел на эти одухотворенные лица, и так думаю, может быть, стоит мне... немножко изменить слоган, может добавить к четвертому параду коляску тюменскому и добавить такой девиз «Положим на кризис». Ну и с удовольствием передаю микрофон программу директору радио «Шансон» Маше Плотниковой. Я тоже надеюсь, она примет участие в этом благородном деле, у нее все должно получиться. Всем огромное спасибо, все самые замечательные. Радио – это лучшая профессия на свете. Ведь так, коллеги дорогие? Всем желаю наград и успехов в жизни, а «Шансон» – самое лучшее радио. Я его очень люблю.